финале, который состоится в конце ноября, также на юге России. Встреча со счетом молодцы. Но так держать никуда этот состав не денется. А вот моментов может быть немного. Ух ты, вот эта пушка! На пятой минуте мяч сотрясает перекладину. Увеличивает попадание в перекладину. Фланги трещат буквально у пензенцев. В дебюте этой встречи играют откровенно на отбой. Весь подбор за Саратовым впечатляет. Ничего не скажешь. Но самое любопытное, что не слишком удачно подстрелился под этот мяч. Но счет на табло это не изменило. Дает свисток на перерыв Тимофей. Так и отстояли свои ворота неприкосновенности. Крылов вышел на поле после перерыва. Подача с углового. Угловых был достаточно. Удар штанга. Вот это да. На второй минуте. Если пропал интершум, это не так страшно, если бы пропала картинка. Вот это было бы хуже. Отскок за Саратовым. Рикошет. Тут уже мяч попадает в защитник. Добивание. Гол на 46-й минуте. Все-таки это случается. 1-0. Максим Борисов, судя по всему, открывает счет в сегодняшнем матче. Номера, а сделать это весьма сложно, потому что, как я уже говорил, в манишках выступают саратовцы, просто потому что форма у них схожа. Видимо, ох ты, Барцы хорош, ногой играет Веселов, браво. Барцы, вступая с 9 по 11 октября, сумел добиться успеха. Ох ты, вот это да, боже мой, 54-я минута, счет становится 1-1, Пенза, браво, обалдеть. Первый же, по сути, опасный момент возле ворот Павла Веселова завершается взятием ворот. Так, судя по всему, все-таки замена еще одна была и у пензенской команды. Мяч штрафной, нужно решать. Удар! Вот это девятина! На 61-й минуте счет становится 2-1. Это просто фантастика! Егор Тарагара вколачивает второй мяч в ворота СГУ-2. С ума сойти можно. Откуда? Там уже и фол, который не будет разыгран.